Овны, у вас редко бывает плаксивое настроение, но сегодня осень возьмет вас за горло. Причем причин серьезных для уныния нет. Единственное, что угнетает – нехватка денежных средств. Тельцы. Звезды предсказывают обсуждение глобальных вопросов в кругу семьи. Вы что-то задумали невероятно масштабное. Придется сесть за стол переговоров. Но результат этот превзойдет все ожидания. Близнецы. Вы нацелитесь на что-то судьбоносное, но придется заниматься мелочью. Только не сваливайте свои проблемы на других людей. Вы сами упустили все, что вело к перспективам. Раки. Вам придется руководить и строить даже тех, кто выше статусом. Главное, аккуратнее махайте дирижерской палочкой. Если увлечетесь, то не видать вам повышения и финансовой прибыли. Львы. Сегодня вам представится возможность проявить себя в обществе. Закройте дверь в прошлое. Неудачи сами уйдут. А вот настоящее может подарить массу шансов стать богатым и счастливым. Девы. Удивительно, но в этот день вы будете успевать везде. Активность повышенная, позитив на лице. Все это отразится на рабочем процессе. Перемены в бытовой сфере укрепят отношения с любимым человеком. Весы. Вас ждет рутина и тина, что одно и то же. Ничего изменить не получится, ваше перспективное время утекло. Правда, в любовной сфере крутые перемены, все закрутится, как в красивом романе. Скорпионы. Звезды рекомендуют подойти к работе творчески. Даже если кто-то будет критиковать вас и наставлять на путь истины, не слушайте. Вы должны в любой мелочи видеть красоту и вдохновение. Стрельцы. Не день, а ветряная мельница. Вам это мало понравится, но сражаться с обстоятельствами не стоит. В общении с людьми исключите упрямство, оно вам абсолютно не идет. Вот коммуникабельность и опыт – вещи полезные. Козероги. Настроение у вас будет полностью зависеть от самочувствия близкого человека. Не играйте словами, будьте искренни. Это важно в любой ситуации. Держите себя в руках. Водолей. Великолепный и незабываемый день вашей жизни. Наконец-то вы расправитесь с теми проблемами, которые тяготили весь месяц. Вы увидите свет в конце тоннеля. Финансовые дела тоже пойдут в гору. Рыбы. К вам в этот день могут отнестись с недоверием. И не нужно ломать голову. Почему и за что? Все случилось именно так, как вы себе представляли. Вот только свое поведение изменить не смогли. Поэтому и получили отпор.